Добрый день, я Евгений Потеха. Буквально несколько слов о себе. Я вообще экономист по профессии, зарабатываю на жизнь тем, что внедряю систему бюджетирования на Oracle. И в свободное время, где-то последний год, стал интересоваться темой Data Science. Мне это направление кажется интересным, я планирую развиваться в эту сторону. Я прослушал какое-то количество лекций на Coursera, после этого, как практическое применение, стал использовать конкурсы на Kaggle. Я поучаствовал в 4 из них, вот последнего банка Santander занял 7 место. О чем я хочу рассказать. Собственно, про конкурс. В данном случае конкурс проводил банк Santander, это большой испанский банк. И задача конкурса была предсказание так называемых новых продуктов, которыми воспользуются клиенты в следующем периоде. Под новыми продуктами понимаются те продукты, которые использовал клиент в этом месяце, но при этом не использовал в предыдущем, без относительно более ранней истории. Данных было достаточно много, в тренировочном сете было порядка 14 миллионов записей, которые покрывали период с января 2015 года по май 2016. Тестовый сет порядка 1 миллиона записей за июнь 2016 года. В конкурсе использовалась метрика Mean Average Precision 7, которая предполагает представление ранжированного списка с глубиной до 7 позиций, которые предсказывают, какие продукты в порядке с большей вероятности, которые будут использованы клиентом. Особенности этой метрики в том, что за излишние предсказания никакого штрафа нет, поэтому был смысл указывать все 7 продуктов всегда. Ну, и также второй особенностью этой метрики является то, что если клиент не воспользовался никаким продуктом, то независимо от того, что мы предсказали, результат будет нулевой. В данном случае наши данные содержали от 3 до 3,5% в разных периодах записи, которые содержали новые продукты. И, соответственно, результаты конкурса они были вокруг 3% с чуть-чуть. То есть, если вы увидите, вот я вывел топ-10 лидерборда, там результаты начинаются от 3,14%. Процента, ну, и чуть пониже, то есть это если перевести в относительную точность, это около 90% точность предсказаний. Соответственно, в лидерборде первое место занял Idle Speculation с довольно серьезным отрывом, между вторым и четвертым местом отличия носили очень символический характер. О них немножко расскажу тоже. Собственно, что представляли все данные? Тренировочный сет составлял из 48 переменных фичей. Из них 2 это был период, к которому относилась запись и код клиента. 22 так называемых, я назвал их, клиентских признака, которые так или иначе характеризовали клиентов. Это пол, возраст, место, где он находится, страна резидентства. Была такая единственная финансовая фича, это семейный доход, то есть доход домохозяйства. Но опять же, полноценная финансовая информация она не несла, потому что, как выяснилось, она заполнялась единожды и не менялась на всем протяжении истории, и была не заполнена не для всех клиентов, и какой-то корреляции, чтобы понять, что это относится только для клиентов, кто воспользовался кредитными продуктами, еще какой-то вот этой информации там нет. Кроме того, была часть показателей, которые характеризовали отношение банка с клиентом, то есть когда он появился, как долго он является клиентом, там флаги того, что он новый клиент, это первые 6 месяцев, там флаг активности, немножко маркетинговая информация, это канал привлечения клиента и сегменты, там VIP, обычные студенты, и еще там несколько фичей, которые характеризовали отношения с банком с точки зрения работник банка, там, акционер банка, супруга работника. То есть фичи много, но на самом деле не то чтобы сильно много информации они, к сожалению, несли. Плюс, судя по данным, с большой вероятностью можно утверждать, что данные там, в 2015 году банк не вел, значительную часть этих данных не хранил, и они их заполнили после просто размазыванием назад, растягиванием данных, потому что они там не менялись и были некие странности. То есть в процессе обработки данных я также немного заполнял данные, часть строк не имела, эти признаки были не заполнены, я их вытаскивал из более ранних или более поздних записей по этим же клиентам, чтобы не было пропусков.
Вторая часть тренировочного сета — это, собственно, продукты. Продукты были представлены 24 фичами, которые и нужно было предсказывать со значением 1 или 0. То есть 1 — это есть продукт, 0 — нет. Соответственно, нужно было предсказывать вариант, когда в этом месяце есть, в предыдущем месяце не было. Продукты, то есть, как бы можно было разделить на три кучки, которые имеют некое разные свойства, как мне кажется, важные для этого конкурса. Первая часть — это, собственно, разные счета, текущие, зарплатные, там, электронные, молодежные, какие-то специальные. Вторая куча — это дополнительные финансовые услуги различные, депозиты, кредиты, там, акции, пенсионные фонды. И третья часть, которая не совсем сочеталась с первыми двумя, это были признаки совершения каких-то активных операций в месяц. Если, то есть, в данном случае в части счета было понятно, он либо есть, либо нет, то в части в третьей группы были свои особенности в том, что это такие фичи, как использование кредитной карты в конкретном месяце, произведение банковского перевода, поступление зарплаты, пенсионные взносы. Ну, то есть здесь больше уже было не собственно, наличие какого-то продукта, а использование него не всегда зависящее от банка. То есть, например, поступление зарплаты зависит больше от того, человек работает или нет, а не от того, там, что может с этим сделать банк. И получалась мигалка, то есть возможна ситуация, что в каких-то месяцах клиент использует, в каких-то не использует, но при этом банк не положил никакой информации о том, чтобы, которая помогла бы предсказывать именно этот момент, кроме того, что там частоты используют. То есть просто до этого банк проводил конкурс, этот же банк Сантандер проводил конкурс там, стабильности клиентов, и там у него была информация из этого же разряда, в том числе там транзакционные там обороты можно было оттуда взять, они могли положить, либо хотя бы количество операций, которые совершались в месяц, что также было бы хорошим предсказателем для этого рода продуктов, чтобы понимать, что если клиент пользуется часто карточкой, не часто и так далее. Но, к сожалению, этого не было, и мне кажется, это, ну, как бы сказалось минусом для практического применения результатов конкурса. Собственно, о конкурсе я решил больше всего о том, что нужно сделать в связи с отсутствием времени, рассказать на этом графике. То есть здесь достаточно хорошо будет видно все проблемы, которые есть, все, что там, все, что нужно было решать. Сразу, то есть данный график показывает количество как продуктов в каждом месяце, как нового по видам продуктов в абсолютном измерении. И здесь в качестве бонуса добавлен еще июнь 2016 года, то, что мы предсказываем. Эти данные были получены одним из участников, ну, видимо, не только одним, но один из них опубликовал участников конкурса Panasam путем пробинга. То есть он отправлял сабмишены каждый, который содержал только один продукт, и благодаря специфике метрики получил ту долю, то процентное соотношение, которое занимает каждый продукт в итоговом результате, по крайней мере, в части паблик лидерборда. Ну, в данном случае эта информация просто позволяет проследить, что те сезонные закономерности, которые видны на тренировочных данных, они подтверждаются на тестовых данных. То есть здесь это как бы не то чтобы дополнительная информация абсолютная, она просто помогла подтвердить гипотезу. Итак, какие проблемы здесь было решить? То есть в данном случае у нас наши данные имели и продукты имели очень ярко выраженную сезонность, она была очень разной для разных продуктов, и задача была скомпоновать как бы, ну, выборку, скомпоновать обучение так, чтобы предсказать именно вот ту сезонность, которая… И июнь месяц, который нам нужно было предсказывать, он довольно сильно отличается от многих других. Можно посмотреть то же самое на июне 2015 года. Что здесь видно? Здесь первое, что достаточно многие использовали, это то, что в июне 2015 года есть очень мощный скачок по продукту налоги, то есть там каким-то образом они платятся. Выяснилось, что июнь есть конец финансового года, и достаточно большое количество людей выполняют какие-то операции по налогам, чего нет ни в одном другом месяце. В результате, в конечной модели, которую я использовал, я использовал для своих моделей XGBoost. Соответственно, из модели, которая тренировалась на июне 2015 года, брал вероятности по налогам именно из нее. Если остальное я собирал из других периодов, то вероятность по налогам можно было определить отсюда. Собственно, также поступили и все три лидера в этом, то есть явно указав, что они берут вероятности того, что будут уплачены налоги именно из модели, посвященной июню 2015 года. Второй особенностью являлась
красным помечено, это текущие счета, открытие текущих счетов, что с июня начинается какой-то мощный всплеск, как бы открытие этих текущих счетов относительно там, весенних, зимних периодов. И важной особенностью было то, что они становились больше, чем это вот серия, это Direct Debit, это банковские переводы, они начинали обгонять по популярности, по объему Direct Debit в этом моменте, но не сильно, если в других периодах. Соответственно, опять же, если брать лидеров, лидеры все в топ-3 взяли для того, чтобы предсказывать текущие счета, взяли вероятности из декабря 2015 года. Я поступил немножко иначе, но идея именно в том, что в данном случае, что здесь было очень мощное отклонение и как бы усреднение разных моделей искажало информацию за счет того, что выходили, Direct Debit выходил вперед, а чтобы все-таки для каких-то случаев перетащить текущие аккаунты, то вероятности использовали именно только декабрьские соотношения. Вот. Я для своей, я в своих моделях основные использовал декабрь и январь 2016 года как периоды, которые по структуре соотношения продуктов вместе давали картину наиболее похожую на июнь 2015, на июнь 2016 года, построил корреляцию. Одна модель состояла из этих двух периодов, вторая модель брала еще, добавляла к ним июнь 2015 года, июнь 2015, декабрь 2015. Январь 16-го. Соответственно, все время участия в конкурсе у меня было, я себе ставил задачу именно набрать такую комбинацию периодов, которая XGBoost позволит сделать наиболее близкую структуру к июню 16-го. И у меня отработал достаточно хорошо такой вариант, в который я вставил потом еще вероятность по налогам отдельно из модели. Что еще здесь важно, какие еще тренды здесь были? Важный тренд был — это electronic accounts, это вот коричневая позиция. То есть здесь, может быть, не очень виден масштаб, но в реальных цифрах видно, что в течение там, середины 2015 года до середины 2016 года популярность этого продукта очень сильно нарастала. Видимо, электронные технологии все-таки в Испанию тоже начинают внедряться. И доля этих продуктов выросла там более чем в два раза за этот период. То есть я для себя в конце концов нашел, может быть, не самый лучший вариант, но тем не менее я сделал отдельно модель, которая на последних периодах посчитала вероятность возникновения покупки электронных аккаунта против остальных продуктов. И используя тех клиентов, для кого вероятность использования этого продукта была достаточно высокой, выше там, 35%, я в основной своей базовой, где у меня были посчитаны на декабрь-январь, я увеличил вероятность электронных аккаунтов, просто умножив их на 2. То есть это немножко, может быть, не самое классическое решение, но оно дало достаточный результат, как раз чтобы перепрыгнуть с 9 места на 7. И еще несколько наблюдений, которые были тоже важны, которые, собственно, я работал основными с данными, пытаясь их привести к структуре, которая у нас в конце получилась. Важный момент здесь, этого не видно, потому что маленькие доли, но среди продуктов были разные виды депозитов, и по сравнению с июня 2015 года популярность депозитов снизилась радикальным образом на порядке. И что было вызвано, как я понимаю, снижением в Европе процентных ставок, то есть они там упали то ли в ноль, то ли в минус. И, соответственно, короткие и средние депозиты перестали использоваться как класс, а длинные депозиты сократились больше, чем в 10 раз. Соответственно, эти продукты просто… Я, когда это самое делал модель, я прибивал, то есть сами депозиты, длинные депозиты прореживал на тренировочной базе, просто исключив большую часть, а короткие и средний просто прибил. Вот. И еще один момент, то есть так или иначе эти сезонности как-то обрабатывали, еще один момент, почему-то никто на форуме не обратил внимания, но мне он казался важным. Один из продуктов — это были пенсионные платежи какие-то, видимо, пенсионные взносы, он представлен таким тут болотным цветом, и на нем есть
довольно существенные три больших пика. То есть этот продукт относится как раз к, характеризует то, что это какие-то признаки ежемесячного повторения, то есть обычно, то есть я так понимаю, что клиенты получат, им перечисляют зарплаты, тут же они отправляют свои пенсионные накопления. И когда я посмотрел более подробно на эти данные, чем связаны непосредственно эти, то есть было видно, что клиент может иметь подряд несколько постоянных платежей, несколько месяцев, потом месяц провал, потом опять эти платежи. И это приходилось на три периода. Вот апрель, то есть, собственно, провалы были в марте 15-го, в мае 15-го, январе 16-го. А поскольку был накануне провал, то в следующий месяц эти продукты трактовались как новые и выскакивали, соответственно, несколько искажая картину. То есть я предположил, что причина в том, что зарплату людям заплатили чуть раньше по календарю, например, там были какие-нибудь праздники, и, соответственно, ее заплатили нам не 1 апреля, а 31 марта, там, либо наоборот чуть позже, там, ну, то есть не 30 апреля, а 1 мая. То есть если была какая-то транзакционная информация, например, количество операций, то можно было понять как раз, где их там две, где одна или где ноль. То есть, соответственно, это было бы еще точнее. Но, тем не менее, мне кажется, это предположение достаточно верным. И я как бы решил убрать часть этих всплесков и определил те записи, там, где клиенты имели в другие периоды стабильные ежемесячные операции по, этим, по этому продукту, кроме вот этих трех месяцев больших пропусков, и там, с какой-то рандомностью, в зависимости от величины всплесков, проставил эти продукты в тех месяцах, когда они пропадали. То есть вот накануне, тем самым я убрал автоматически возникновение, ну, как бы, то есть продукт в апреле-июне остался, но уже не было повода считать его новым. Соответственно, как бы немножко сгладилась, уменьшилась доля, эти всплески так или иначе как-то влияли на соотношение продуктов, и это тоже мне дало какой-то прирост в результате. Так, идем дальше, собственно, так это. То есть я использовал как модели XGBoost, то есть здесь было в данном случае всего 24 продукта, я использовал всего 19, ну, то есть было, на самом деле было 20 классов, 20 сваливал все остальное, а потом я его на постобработке зачищал, просто поскольку там те 4 использовались, ну как бы имели крайне низкую вероятность, близкую к нулю. Собственно, видел разные варианты, кто-то использовал 20, кто-то 16, вот примерно. Такой подход был для многих. Также я использовал только строчки с новыми продуктами, что дало возможность сократить датасет в 30 раз. То есть там в каждом периоде было всего порядка 30 тысяч строчек, что, соответственно, сильно улучшило производительность. И для того, чтобы решить проблему, если использовалось несколько продуктов у одного клиента, я дублировал эти строки. То есть там, как выяснилось, не самое оптимальное решение, там можно было другие... Коллеги определяли веса, но тут я до этого не додумался. Собственно, мое решение, как я уже говорил, состояло из нескольких моделей. То есть у меня было две базовых модели, которые я потом усреднил, которые одна считала на декабре 15-го, январе 16-го, вторая то же самое, только с добавлением еще июня. Я их усреднил между собой, вероятности по каждому отдельному продукту. Вставил налоговую модель вероятности из налогов. Увеличил вероятности электронных аккаунтов для тех, где другая модель мне предсказала высокую вероятность того, что этот продукт был. То есть напрямую вероятности аккаунтов я как бы испугался вставлять, как бы меня смущало немножко такое действие, поэтому решил пойти так. И плюс дополнительно еще небольшая фишка, она тоже дала небольшой прирост, это то, что я обнаружил, что есть... Помимо того, что есть клиенты, в которых много информации, есть еще некоторое количество клиентов, которые имеют не очень много информации. В данном случае они либо совсем новые, и в этот момент у них как бы немножко отличается поведение от основной массы, либо они уже не новые в базе, но при этом накануне у них не было никаких продуктов в предыдущий период. И я сделал для них просто, их отделил, сделал для них отдельную модель, там немножко другой набор продуктов, которые они предпочитают, и в итоговых сабмишенах для этой кучи клиентов она как бы не то чтобы большая, но какую-то долю она играла. Соответственно, я использовал просто отдельно результаты этой модели. То есть у меня, мне показалось, что также тут я помогаю XGBoost, то есть он не в полной мере их различает, эти две группы, то есть он их
не считает раздельными, но при этом, если их разделить, то результат как бы, ну, значимо отличается, то есть не совсем на копейки. Так, чуть-чуть про фичи, которые я генерировал. Тут я как бы никаких Америк не открыл, то есть я немножко объединил часть фич, которые были примерно об одном и том же, но не совсем пересекались. То есть там работник в банке, акционеров, там супруг и прочих я затащил в одну фичу. Сделал как бы дополнительные шлаговые перемены по каналу и сегменту. Мне показалось, что это достаточно значимо. Но тут как бы была некая проблема, что то, что, по крайней мере, в части тренировки на июне 2015 года не особо имело смысл, потому что там данные разливались одинаково, судя по всему, и, соответственно, изменений не было. Но на других периодах что-то это немножко давало. Сделал, соответственно, флаги этих изменений. Был также признак индекс активности, не очень было понятно, что он означает. Ну, я их сделал, опять же, вытащил как фичи 5 предыдущих значений, что, возможно, там какой-то паттерн был, что-то XGBoost находил. Соответственно, все, что мог, перекодировал в integers, то, что это самое, что там канал привлечения перекодировал в соответствии с частотой использования, что-то почистил. По продуктовым признакам я использовал как бы сделал универсальную фичу, как бы общее состояние, ну, сочетание всех продуктов, которые были. Я их закодировал через частоту, как бы вот в виде там 1.0.1 и так далее. То есть она была как бы сначала текстовой, потом ее через частоту закодировал, которая тоже определяла как бы какие-то сочетания предыдущие, то есть не только по отдельности, но и вместе. Собственно, лаговые перемены, то есть переменные, которые, признаки, которые показывали состояние продукта на месяц, на за 2, 3, 4, 5. Ну, то есть это 5 это касалось тогда, когда тренировал модели на базе июня. Если тренировал там другие, то, соответственно, там иногда период был глубже. Плюс добавил изменения по продуктам на 2-3 месяца назад. Сам факт изменений, то есть в плюс или в минус, чтобы было видно. Сумма месяцев использования продукта тоже, ну, какой-то аналог средний получался, сколько как бы месяцев этот клиент использовал, чтобы понимать, тоже выловить частоту, в принципе, использовал или нет, как максимум, от того, что было в прошлых периодах тот или иной продукт. Так, по каждому продукту, чтобы что-то, то есть, судя по всему, это была основная часть информации, которая была востребована. Из других решений, знаю, что мне понравился еще вариант использовать как признак количество месяцев, которые прошли с момента, когда было какое-то изменение в плюс, либо минус, то есть, соответственно, тоже, наверное, этот признак позволял поймать какую-то временную регулярность, когда какой-то операцией клиент пользуется раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, раз в полгода, то есть вот такие вещи. Они там были, не очень часто встречались, но, видимо, они как раз, эта фича могла, наверное, помочь это сделать. Так, собственно, после того, как я собрал свою базу, там используется небольшой постпроцессинг. Было, то есть с помощью анализа понятно, что у нас было два продукта, один пенсионные выплаты, другие поступления зарплат. И не было ситуации, когда при наличии поступления зарплат продукта payroll не был активным продукт пенсионные выплаты. То есть они были связаны, то есть вот всегда. То есть могло быть наоборот, что пенсионные выплаты могли быть и без зарплат, но наоборот никогда. Соответственно, во всех случаях, когда модель говорила, что зарплата имеет вероятность большую, чем пенсионные эти, я их двигал вперед. То есть, соответственно, пенсионные эти. То есть, собственно, этим все эту особенность подметили и использовали. Ну и плюс, естественно, вычисляли все продукты, которые использовались в предыдущих периодах. Плюс хвост из редких продуктов тоже, чтобы не создавать эти. С валидацией как бы полностью счастливым я не был, то есть то, что получалось, то есть в каких-то моменты мне казалось, что я нашел гармонию с лидербордом, но потом это все рушилось. То есть сначала, когда первое конструировал модель, я и отбирал признаки, в принципе, все было достаточно стабильно, я использовал там первые полгода 16-го для обучения, май для валидации, то есть это все работало хорошо до тех пор, пока не выяснилось, что нужно будет еще отдельно как-то повторять проблемы с непосредственно индивидуальным июнем 2016 года, и там, соответственно,
этот вариант уже не подходил. Я пытался также решать этот вопрос имитации такой же по апрелю 15, то есть, чтобы повторить связку июнь 15, июнь 16 на апрель 15, апрель 16. Там тоже была довольно похожая паттерна, но все-таки апрель не так редко отличался от других, и не совсем был похож на июнь. Поэтому что-то получалось, но в какие-то моменты все равно у меня эксперименты расходились. Сказал. Также использовал кросс-валидацию, но тоже как бы когда дошел уже до высоких результатов и там изменения стали носить микроскопические характеры, то есть не всегда подтверждалось. То есть поэтому тут я как бы до конца не уверен в том, что как нужно было сделать лучше. Ну, то есть я использовал не очень бодрый ноутбук, два ядра, 12 гигабайт оператива, использовал R, пакеты DataTable, XGBoost и Metrics для того, чтобы метрику считать. Собственно, для того, чтобы помещаться в память, там все это нормально крутилось, я данные после того, как первично обработал, поделил по месяцам отдельно и отдельно на клиентскую и продуктовую части. Получились довольно небольшие файлы, а потом по мере того, как я выбирал, какие периоды мне нужно обучать, я просто брал соответствующие как бы, периоды, и все с ноутбуки помещалось легко. Ну, собственно, это про мое решение. И теперь немножко еще про решение лидеров. Те вещи, которые мне показались интересными. То есть первое решение — это idle speculation. Судя по тем результатам, которые он показывает, довольно серьезный товарищ. Он мне запомнился тем, что на конкурсе Expedia он выиграл с одной попытки, которую он сделал в последний день перед дедлайном. И сделал всех, как ты порвал, как тузи грелку, с очень большим разрывом за счет того, что он там построил сильно навороченную модель планеты Земля. Как бы ему удалось как бы, воспользоваться тем ликом, который был, там очень круто. Здесь он использовал, ну, по крайней мере, то, что он пишет, использовал 12 моделей нейронных сетей, 8 моделей градиент-бустинга, он использовал LightGBM. Соответственно, для GBM он использовал весь набор данных, то есть сказать, что все лидеры использовали весь набор данных, то есть не только те строчки, в которых были новые продукты, но и другие тоже. Которых не было. Я для себя нашел в этом объяснение в том, что поскольку потом они пытались использовать вероятности из разных моделей, склеивать их, то такой подход позволял как бы лучше нормировать вероятности, лучше соотносить их между собой, потому что в ситуации неуверенности, когда непонятен какой продукт, эта часть утаскивалась как раз на последний класс. И, видимо, это лучше работало при объединении объединении вероятности из разных моделей. Соответственно, то есть для градиент-бустинга он использовал 17 классов. Для нейронных сетей использовал немножко другой подход. Он уже предсказывал само наличие продукта, безотносительно новый он или нет. То есть немножко другой подход. И как-то он ему в этом помог. Кроме того, он данные прогонял трижды. То есть он указывал для тестовой выборки, искусственно указывал, что это июнь 15-го, либо декабрь 16-го, либо июнь 16-го. И с помощью этого признака он регулировал, что взять. И когда он указывал июнь 15-го, он использовал вероятности для налогов, когда декабрь 16-го — текущие счета, и остальное — как июнь 16-го. То есть он таким образом подходил к варианту получить разные вероятности. Ну и плюс он использовал также пробинг с Public Leaderboard, который был опубликован, и нормализовывал вероятности суммарные, которые есть в таблице, исходя из этого, что прежде чем их объединять. Ну и, соответственно, объединял их вместе тоже. То есть решение как бы оно такое довольно большое, тяжелое. Видимо, у него есть хорошие вычислительные ресурсы. Еще одно решение, которое хочу остановиться, мне оно показалось просто самым как бы лучше всех воплотимым в жизнь, ну, по крайней мере, исходя из описания, это то, что делал участник Ионика, занял 4-е место совсем чуть-чуть. Здесь особенностью было то, что он использовал так называемый признак, это взвешенное во времени среднее использование продуктов, exponential weighted. То есть он в данном случае, ну, то есть чем ближе каждый продукт использовался по времени, тем больше был у него вес, чем дальше это. И тем самым он каким-то образом поймал временную структуру, и ему не нужно было сильно с этим экспериментировать, с точки зрения там, взять этот период. По крайней мере, он не указал о том, что он использовал что-то, то есть что он не выбирал целевым образом, что это я возьму из июня 15-го, это я возьму из
из декабря, то есть вот этого не указывается, то есть это как бы, ну, говорит о том, что это может лучше использоваться для любых периодов, то есть теми изменениями, которые есть. Плюс, возможно, второе преимущество, которое еще он добился, он переписал целевую функцию для XGBoost, сделав map, потому что практически все использовали мультиклассовый log-loss, как бы, ну, то есть это как метрику и как это сам целевую функцию вот, многоклассовость. Здесь он именно оптимизировал и переписал под мэп. И, собственно, на форуме Kaggle, если кому интересно, есть и его описание, и код этой функции. Возможно, в будущих конкурсах тоже будет полезно. Что еще из этого я не сказал? Ну, наверное, еще, может быть, одно из решений, которое использовали участники, которые заняли пятое место, это как бы для подготовки обучающей выборки они использовали сэмплинг, то есть они понимали структуру, которую хотели получить для обучения, там, условно, там 10% текущих аккаунтов, 5 там, налогов и так далее. Они задали, там, что мы хотим набрать 500 тысяч строчек, и они вытаскивали из всех периодов сэмплинг с повторением, каждый продукт столько раз, пока не набиралась нужная вероятность. Ну и как бы они в результате тоже дошли до пятого места. То есть тоже, возможно, неплохой трюк для того, чтобы набрать сложную выборку из разных периодов, так, чтобы она более-менее соответствовала тому, что надо получить в целевом варианте. Ну, собственно, видимо, все. Времени у нас мало, давайте 3 вопроса, не больше. Есть у кого-то вопросы? Спасибо за доклад. У меня вопрос по поводу XGBoost. Там он работал в режиме мультиклассовой классификации, да. А в режиме pairwise ранжирования пробовали? Нет, я не пробовал. Но, честно говоря, я вот техническую часть меньше пытался заморачиваться. То есть я первые конкурсы на эту тему как поигрался, понял, что здесь рыба для меня меньше, чем то есть попытка все-таки разобраться с данными. Я в ней видел именно желание прыгнуть было сначала, именно разобравшись, прыгнуть много, а потом уже оттюнивать. На оттюнивать времени не хватило, там на какие-то нюансы. А как бы основные проблемы у меня были, я пытался именно срастить разные периоды теми или иными способами данные. Вот я пытался для себя именно так решить задачу. А помимо XGBoost вообще что-нибудь использовал? Я в данном случае здесь не использовал. Даже говорю, что... Окей, ну, просто долгое время я был сильно отличался от лидеров, и я решал задачу, что мне нужно сделать, чтобы туда прыгнуть. А и это было явно не техническое средство, а именно какое-то логическое, какая-то задача, как вот решить это. Ну, то есть, в конце концов, пришел к тому, чтобы слить вероятности. Еще вопросы? Здравствуйте. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. То есть все данные о самих клиентах, они вообще не давали никакого результата или вы их даже не рассматривали? Почему нет? Ну, они какой-то результат давали, но не очень большой. То есть нет, они, естественно, были. Вот я использовал переменные клиентские признаки там, в каком-то объеме, но они, ну, что-то выцеплялось, но не существенно. То есть именно по продуктам больше давали данные именно продуктовая история. То есть это вот как бы основной вклад носила она именно. То есть, ну просто по клиентам могло бы быть по-хорошему какие-то там транзакционные, там остатки по счетам могли быть, пусть даже, может, не абсолютных значениях, а какими-то категориями, там количество операций, это бы сильно улучшило понимание, но этого не было. Хотя у них оно есть, потому что в первый конкурс они это выкладывали. Понятно, спасибо большое. Еще? Спасибо за доклад. Добрый день. У меня вопрос. Кроме конкурсов, вы в какой-то деятельности банков строите дополнительные модели, может быть, скоринговые или еще что-то? Ну, я до сих пор жил немножко в другой отрасли, то есть я занимался системой бюджетирования, там, управленческого учета. То есть я, собственно, благодаря этим конкурсам хочу что-то написать в резюме, чтобы можно было пойти где-то поработать за еду и новые знания, уже непосредственно работая там, ну, то есть… Я на практике просто учусь быстрее, то есть в данном случае у меня Kaggle как бы хороший вариант именно порешать практические кейсы, как бы, и, соответственно, то есть, ну, надо банк, ну, у меня экономическое образование, поэтому мне как бы ближе такие темы, но тем не менее. То есть... А экономическое по направлению?
Ну, это было просто давно... экономика. Ну, или... это было давно уже, поэтому это уже не важно. То есть это было еще почти при СССР. Ладно, спасибо.